Мы находимся у здания Черной палаты. Она является единственным дошедшим до наших дней гражданским сооружением 14 века. Ему назначение точно не установлено. Предположительно, это дом суда, медресе или ханака. Здание имеет общее сходство с обширным кругом восточных сооружений того времени. Повернув от Черной палаты на восток, вы выйдете к Малому минарету и ханской усыпальнице. Пройдя на север, вы окажетесь у памятного знака, где находится самый большой в мире печатный Коран.